Фран Гарсия. Венисиус выиграет скоростью у Пубиля. Пубиль, по-моему, бьет Венисиуса все-таки сзади, а не плечо в плечо. Подача Венисиуса. Перекрыто. Центральные защитники справляются. Кросс. Карвахаль. Обработка. Ой, обработка какая хорошая. Чуамини. Его подача. Через Беллингема. И мяч летит в ворота. От кого? От защитника, что ли? Снял его Венисиус. Три раза во втором тайме. Футболисты Реала подавали на Венисиуса. Что, фол, что ли? Штрафной? Или рука? Или что? Или инопланетяне? Ох, как работает во втором тайме Эрнандес Маэсо. Как ему достаются эти эпизоды-то, а? Смотрите, он еще и забил. Чуамини даже не смотрел, по-моему, куда подает. Рукой Венисиус забил. Если не Кайки коснулся мяча последним, то у Венисиуса здесь в этой точке точно была рука. Да, но это плечо, это верхняя часть руки. Ну, движение, вот оно. Хотя опять придется разбираться. Вот что ты будешь делать. Но мяч в ворота влетел надежно. Машемяну ничего бы не сделал. Середина второго тайма. Пока счет тот же. И снова